Так, первый этаж. Я вот не помню, в цитадели там еще один данж или нет. Но без разницы. Ну ладно. Давайте найдем выход. Сюда, по-моему. Ну да. А, классная игра. Ну, круто, что она классная, но я не знаю. Не знаю такой. Я знаю только Mind Zero, который, да, классная игра, но Mind Zero это не Mind, который ты говоришь, это разные игры. Легион 13. Don't push yourself, Sophie. We just got you back, you know? Не перенапрягайся, Софи. Мы тебя прикроем, если что. I'll be careful. Я буду осторожней. If you feel faint, just have Asbel carry you again, even if he's not very good at it. Если ты себя почувствуешь плохо, просто скажи Асбелу, чтобы он понес тебе. Ну, я знаю, что не особо хорошо в этом, но все же. Just make sure you don't drop her. Просто убедись в том, что не уронишь ее. Man. Блин. Sharing that power must be what makes them so close. Делясь вот так силой, наверное, их это все сближает. I think there's more to it than that. Я думаю, что там нечто больше, чем это. I wish I had magical powers. Эх, я бы тоже хотела магические способности. Hey, Sophie, эй, Софи, can you make it so the captain and me are all zippy-zappy like you guys? Ты можешь сделать с капитаном и со мной, и как сделала со всеми остальными? I don't think so. Я так не думаю. Oh, nuts. Эх, блин. We may learn something that can help you at Batha Citadel. Возможно, мы сможем найти что-нибудь, что поможет вам в Bautha Citadel. Че, серьезно? Indeed. It was our main research center regarding the abilities of Proto's Haze. Именно. Это все-таки был наш основным исследовательским центром, который занимался способностями Proto's Haze. Oh, heck yeah. Come on, guys, let's go! Эх, да! Ладно, ребята, погнали! Ну, погнали. Погнали к этому. О, опять скит. Emerald said that Lambda was a being that feeds off other life. I'm a humanoid that was created to destroy Lambda. That's my purpose. Please, don't talk like that, Sophie. But it's true. It's reality. So if this Cornell guy is the one who was responsible for raising Lambda, then who were Sophie's parents? What are you suggesting? Emerald said that Cornell was some big-shot humanoid researcher, yeah? So was there someone else capable of making Sophie? Hmm. Ну окей, задумались. Кто может быть родителями Софии? Да уж. Чё-то нашел. Неизвестно, что будет после этого. Возможно, персона. Или ничего. А, возможно, Dead or Alive, если появится эта тянка в стори. А то в японском она появилась, новая тянка, но в европейском еще не появилась. Так что, возможно, она... Или придержать ее для другого стрима. Ну, короче, посмотрим. Сохранением. Так. Я, если честно, не знаю, иду ли я туда, куда нужно, или нет. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо, успокойтесь.
Ну, а что-то нашел опять. Бабло. Нет, не нужно. Что за меч? ХЗ. Я посмотрю. Что-то я не заметил, для кого он был взят. Точно не для нее. Говно. Говно. Ну, кстати, у меня Софи уже доступна, тогда поменять. Что ее нельзя использовать в бою. Регион 66. I've been thinking about Afinia as of late. We have no way of knowing how things are progressing there. It's pretty stressy, huh? Can you use Poisson's communication device to contact anyone? I find it unlikely that a bird could fly all the way to our world. Well, let's just see. Off you go, birdie. And? It came back. I don't think this will work. Then I guess it's the reinforced shuttle or nothing if we want to return. That time is already upon us. We should hurry. Yeah. You okay? Да, пытались связаться землей, но вот именно но не получилось. Так, я вроде бы правильно иду, более-менее. Здесь сундуки, о, бутылки, вот фигня какая-то, материалы для крафта. Чего? А здесь, о, эликсир. Крутая вещь. Она очень пригодится даже. Так, а здесь что у нас? Уй, там что-то дракончик какой-то. Злой он какой-то. Меч для Малика. Да, уже видел. Я и Малика по-любому не использую. Но я по-любому отдел тот меч. Так, здесь что-то светяется. Так, мусор. И сундук. Здесь тоже ничего. Тихо. Блин, попался. Shining Blade of Triumph! Lunar Requiem! Cross Invasion! Oh. Strike! Okay! It's over! Rip to pieces! Stampede Strike! Получился. Я думал, не успел. Галакс worried.
She said she was torn between eating 10 banana pies or 12. I see. Господи, Паскаль задумалась съесть 10 банан или 12. Да уж. Может, сотню? Так, оружие прокачать? Ну да, конечно же. Наверное, можно. Не знаю. Счастливо. О, здесь что-то есть. Эй, ребят, вы видите, там что-то блестит. Да, интересно, что это? Три точки. Я думаю, мы можем спуститься вон оттуда. Ты уверен? Выглядит опасно. Черри, Софи, вы двое ждите здесь. Да, настоящие мужики пошли спускаться вниз, а девушки остались. Что такое, Софи? Ой. Что такое? У меня живот болит. Можешь меня понести до города? Почему? Почему? Господи, ты, наверное, сломалась. Один момент. Нет, я не вижу никаких поломок. Когда человек тебе что-то говорит, ты должна это делать. Эй, стой! Куда это ты пошла без меня? Я не знаю. Ты не знаешь? Господи. Теперь меня даже не волнует этот мой тупой желудок. Подожди. Я понял. Ты... тестируешь меня. Разве не так? Перед смертью отец говорил, что небольшая взятка дает... Нет, может открыть путь к чему-то большему. Что, правда? Ты дерзкий гуманоид, не так ли? Ты хочешь, чтобы я обращался к тебе как к человеку? Так, где я положил это? А? Человеку? Вот. Что это? Это моя любимая брошка. Это поможет тебе выглядеть немного более презентабельно. В любом случае, просто возьми это. Видишь тот цветок? Он действительно миленький, не думаешь? Цветок? Миленький? Вот, я просто буду обращаться к тебе как к человеку. Человеку? Нова монстр подтвержден. Начинаю. Начинаю битву. Ты в порядке, Софи? Они сделали это. Эй, мы нашли. Что это? Ну, какая-то старая сломанная брошка. В нем есть цветочек? Да, похоже... Что-то там есть. Можешь, пожалуйста, принести его мне? Вот так. А он миленький. Ты что, всегда
одеваешь на себя украшения, которые валялись на земле, или это нечто особенное? Это секрет. Секрет? Ой, господи. Хе-хе. Ладно, пошли. Окей. Мы увидели, что было связано с этой брошкой и почему Софи все-таки хотела ее вернуть. Да уж. Хотите такого же гуманоида, который просто будет выглядеть как ваша любимая Тян? Было бы круто. Вот здесь один из гуманоидов. Можно купить всякую всячину. А, тогда для Софи посмотрим. Во. Вещичку. А, не для Асбела. Ну ладно. А вот и цитадель. Знаю, что броню купил. Ну ладно. Добро пожаловать в Бата-Ситадель. It's been out of service for hundreds of years, yet still it looks brand new. Она была обездействована уже тысяча лет. Но вы только посмотрите, она выглядит как новый. Where can we find this shuttle reinforcement? Где мы сможем найти это укрепление для шаттла? It should be deep within the citadel. Она должна быть где-то глубоко в цитадели. Okay. Let's get going. Хорошо, пошли. Опять данж. Прекрасно. Привет, Рико. Да как, нормально. А ты чё как? Да уж. Ну окей, ты перед сном каждый вечер эту картинку смотришь, наверное. Предположительно. Ой, нет. Здесь нужно таскать кубики. Точнее, не таскать, а их вообще вот так. It да moved. That's a relief. It seems the system is still operational. Hmm? When the base personnel fled at the end of battle, they activated an intruder defense system designed to stop outsiders from using the base. Does that mean we can't get inside? It is complicated, but we should not have problems if we deactivate the defenses one by one. To proceed, continue using the switches to move the walls like before. Okay. Знаешь, Наоки, как говорят те люди, которые приходят в чат, и у них нету тянки, найди себе тянку. Так. Следующую картинку не смотри, глаза испорчу. Хорошо, я уже боюсь, что там может быть. Так, и чё?
Вот оно. Окей. Дальше. Блин, я зашел не туда. Гуманоиды пытаются меня атаковать, другие двери. Или как они там называются? Господи, ну и цитаты. Кто придумал этот ад? Какие фанатики? Ай! А блин, какого чёрта? А, эти. Вот это на огромный монстр, я его чуть не видел. Куда он появился? Готов. Окей. Все блоки были неактивны. Блин, я реально как будто попал на другую планету. Стоп, я действительно попал на другую планету. Не знаю, куда идти, пойду направо. Чем я вообще их подвигал? А, вон оно как. Чем дальше назад, тем больше те фиговины вперед. О, господи. Блин, лэп. Раз. И два. Окей.
Ай, скид. Did you see what happened? Yeah, when we pulled this switch, the wall on the other staircase moved. If you understood that much, we shouldn't have any problems. Let's hurry on. Так, оружие я меняю, я его качаю немножко. Пока что все норм. Так. Господи. Ладно, разберусь с этим. Готов. Путь к двери я как-то сделал. Вот-то. Considering how big this facility is, I guess it makes sense that it was used as a military base. And to think that you were part of all this. It's still so hard for me to believe you were stationed here, sent on a mission to destroy Lambda. That's... Sophie, please, let me do it instead. But stopping Lambda is my responsibility. This is not something anyone else can do. Don't worry about me, Asbel. I will protect you. And everyone else. It's my turn to protect you for once. You've already done so much for everyone. I don't want you putting yourself in danger again. But you can't beat him, Asbel. Only I can. And I will. Окей, Софи настаивает. Ну, больше здесь ничего нет. А дальше. Цитадель это. Я не помню, насколько здесь все длинно. Но меня уже это все бесит. Кто там стучит? А, вот. We are awesome, unbeatable, amazing, and unable to coordinate. Да уж, Асбел прав. Не могу скоординироваться.
Надо как-то с этой фигней еще разобраться. Хз. Придется спуститься вниз. Надеюсь, что эти блоки влияют на то, что там наверху блокируется. Надеюсь. Нет, это не то, но зато я разблокировал себе здесь путь. Okay, max output.
It's over! Shining Blade of Triumph! Lunar Requiem! Release! No escape! Why the pigtails, Sophie? Понятия не имею. Как, что, куда двигать? Так, окей, путь проложен. Опа. Hey, what's this? How nostalgic. It has been a while since I have seen an Amarcian key. A key? So what's it open? Long ago, it was used in the doors of Amarcian designed structures. So can it open any doors around here? No, I highly doubt it would have been used in a fortification such as this. There was a time where that style of door was constructed abundantly. But it had grown obsolete by the time I had entered into my deep sleep. Aw, nuts. Guess it's useless. No need to run hastily to conclusions. There may still be doors that use such a lock on Ephinia. Oh, really? Well, I hate dragging around useless junk, but this seems like a winner right here. Okay. Здорово, Анида. Такое чувство, что я возвращаюсь обратно. Я действительно сейчас сделал круг. Да, я сделал круг. Ну ладно, бывает, что они там не убиваться из-за этого. Сегодня, возможно, позже будет персона. Так что. Но будем проходить сюжет. Но перед сюжетом пару боев. Нет, Берс, сегодня я должен лечь спать пораньше, потому что у меня завтра важный день. Как раз по персоне вопрос. Ну вот, когда будет стрим задашь? Отвечу. Can we get a do-over? Ох.
Так, ну я думаю, мы сейчас уже доберемся до чекпоинта какого-нибудь и на сегодня закончим. По-моему, я здесь был. Да. Какого чёрта? Так, я теперь реально заблудился. Мне нужно как-то попасть там к чекпоинту, но ничего не могу. Сейчас кругаем, мотаем. Я спустился обратно на шестой. Данте, кратко невозможно. Столько всего произошло, что тяжело. Реально, сейчас мы очень близко к концу игры и уже сколько играем. 28 часов, причем интенсивно проходим только основной сюжет. Но в двух словах, нам нужно спасти мир. Нам нужно спасти мир. Конец почти. Ну да, нам осталось победить Ричарда там. Ну, да. И вот есть еще дополнительная, скажем так, концовка, дополненная концовка на 4 часа. Хотя не, больше даже. Сюжет, но я не знаю, если мы будем проходить дополнительную арку. Как я вижу в чате, ребят, вот кто на полном серьезе следит за сюжетом в чате? Мне нужно как-то поднять там фигню, точнее попасть на другую сторону. Господи, эти лабиринты меня бесят. Ну, я знаю, так я не про лабиринты, я вообще про сюжет. Лабиринты это... Ай, я сам сейчас засну. Я за что это меняет?
Так, я здесь уже мотаю, наверное, пятый круг и не могу найти нужную штуку. Надеюсь, я сейчас ее найду где-нибудь. Здесь ничего. Здесь тоже не то. Что-то пропустил? Ничего не пропустил. Мы тут в лабиринте. Фигней страдаем, а в чате... Чать все как обычно. О, привет, Кристина. А где Волрайт? Я там смотрел, вы с Волрайдом из одного города. Теперь понятно, почему ты его рабыня. Я не знал, что у вас все так запущено. Так, я опять мотаю здесь круги. Не понимаю, что делать. Не, ну в натуре это не серьезно уже. Слушайте, а может быть... Проблема в том, что я слоупочу и не делаю вот эту фигню. Ага, все, наконец-то разобрался. Я мотался здесь пару кругов, оно оказалось вот как легко. Собственно, как всегда. Ура! Наконец-то я добрался! Got a second, you... Will you spar with me? Here? Now? Where is this coming from? When the shuttle repairs are complete and we return to Afinia, I may have to fight Richard again. The man was quite a skilled swordsman, as I recall. You're right to be worried. I want to save him without inflicting more damage than necessary. And to pull that off, I need far greater skills than I have now. Very well, then. I should call Sophie over to participate as well. No, it's okay. I don't want her involved in this. But... Sophie's become oddly stubborn about the whole Lambda thing. She thinks it's her responsibility to face him alone. I need to prove to her that I can protect her. If anyone can do so, it's you. Берс, это просто замечательное описание. Слушай, может ее... Не, я ее, короче, скопирую и поставлю в описание на YouTube. Ты просто прекрасную вещь написал, реально. Если ты, конечно, не против. Ты прекрасно пересказал сюжет игры, реально. Просто шикарно.
Так, все-таки нашел. Ладно, я думал закончить на чекпоинте, но я так рад, что я выбрался из этого дерьма. Поэтому я продолжу еще. Ты не против? Ну тогда прекрасно. Поставлю твое имя в скобках, точнее твой ник. В этой комнате должно находиться то, что мы ищем. Эти гуманоиды кажутся более завершенными. Осторожнее! А? Почему этот блок светится? Они, похоже, реагируют на силу Софи. Они приближаются. Ай. Ху, офигенно. Someone who's so smart they can control air with their mind. Wow, you're amazing. Паскаль фигнёй страдает.
That was too close. Фу, это было слишком близко. We'd better find the shuttle reinforcement and get out of here. Нам нужно найти это укрепление для шаттла и вернуться и убраться отсюда. May I ask what the significance of this attachment is? Можно я спрошу, что именно это приспособление должно сделать? It's made from a metal called Deris ore, which possesses lambda-resistant properties. Она сделана из металла под названием руда Дериса, который обладает стойкостью против лямбды. Deris ore reacts to and absorbs the Eleth that powers the abilities of Protos Haze. Руды Дерис реагирует и поглощает Элемф и подкрепляет способности Протос Хейса. I'm a little worried. I thought we'd find it here, but I'm not seeing anything. Я немножко волнуюсь. Я думал, что я смогу найти его здесь, но я нигде его не вижу. We may have no choice but to build it ourselves. Похоже, у нас нету выбора, как построить его самим. That sounds complicated. Это звучит тяжело. Okay, so if the angle of entry is zero, and the velocity is zero, then the density will have to be... Okay, если угол будет, скорость будет, тогда это будет так, и тогда будет заебись. Еще одна атака? Уху! Паскал? What the fuck? Паскаль? Уии, посмотрите на это! No attack. It's just Pascal being crazy again. Никто не атакует. Просто Паскаль снова с ума сошла. What could she possibly be doing that requires so much noise? Что, господи, она делает? Из-за чего столько шума? Oh, yeah, it's done. Oh, yeah! Мы сделали! Точнее, я сделал это. Presenting my newest invention, the ultra-strong, ultra-secret, super-cool Deris Bit! Представляю мою новую фигню. Ультра-сильную, ультра-секретную, супер-офигенную Deris Bit. Куски Дериса. Господи. See, I saw that block get all glowy in response to Sophie's power. Видишь ли, я увидела, что эти блоки светились и отвечали на силу Софи. Но потом я услышал, что ты говоришь о руде Дериса, а потом я увидела это, и ну как бы вот. Ты действительно достойный потомок Амарсинов. Но постойте, кое-что еще. Купи сейчас и получи типа пылесос подарок. Это вообще не имеет смысла. Ну ладно. Here, Captain, try this ring on. Вот, капитан, попробуйте это. What is this for? Зачем это нужно? I made them from the leftover Deris ore. One for you and one for me. Я сделал это из оставшихся руды Дериса. Один для вас, один для меня. Rings? You two aren't engaged, are you? Кольцо? Вы что, двое хотите помолвиться, что ли? I'm pretty sure that's not the case. Я уверен, что не в этом дело. Ну, если мы наденем вот это, то мы сможем использовать ту же самую силу, что и все остальные. Ой, господи, они такие теплые, красивые. Это как будто
я купаюсь в горячем шоколаде. Точнее, какао. Ну ладно, в шоколаде будет лучше. Ну, я бы не зашел так далеко, но это действительно странная сила работает. Ей, да, я. It's identical to the light we possess. Это идентично тому свету, который мы обладаем. Это странно, но я чувствую себя сильнее. Yeah, so when I heard the ore could absorb Sophie's Eleth, I thought it might work for us too. Да, когда я услышала, что этот эти руды могут поглощать силу могут поглощать Эленф как Софи, я думала, что это сработает, и вот. Теперь капитан Малик и я будем более полезны, чем раньше. Мы сможем сражаться с этими монстрами вместе с другими. Теперь нам нужно использовать эти руды Дирса для нашего шаттла, и можем валить отсюда. Вы думаете, что шаттл уже починен? Я не знаю. Это достаточно тяжелая работа, особенно для одного человека. Тогда нам стоит вернуться обратно. Если он все еще не починен, то нам лучше помочь им. Right. Back to the city, then. Да, тогда возвращаемся в город. Слава богу, что отсюда есть телепорт, и можно валить. Подождите секунду. Вы не против, если я кое-что спрошу вас о Эфимии? We thought that Lambda had laid waste to Ifinia, just as he did our world, but it appears that is not the case. Мы думали, что Лямбда уже опустошила Эфинию так же, как она сделала с нашим миром, но оказывается, что это не так. No, Ifinia is, well, it's home to vibrant people and plentiful natural resources. Нет, Ifinia. Fresh water. Ну, это дом. Полным энтузиазма людей и множественными природными ресурсами. Там почти идеально все. So Ifinia continues to possess what Fodra has lost. Понятно. Значит, афинянцы продолжают пользоваться тем, что Фодра потеряла. Unfortunately, the future is uncertain as long as Lambda exists. Но, к сожалению, будущее под сомнением, пока существует Ламда. Ламда уже поглотила Элемф из нашего Валкинес Криес. И также он создал кокон у входа к ядру нашей планеты. Я думаю, что Ламда планирует объединиться с Ласталией и стать новым ядром Эфинии. Кокон — это финальный этап к этому процессу. Это место, где он может отдохнуть и набраться сил. Когда он будет готов, он полностью переделает и объединится с Ластали. Переродится. Lambda cannot fuse with the Ласталия, unless his host body is converted. Ламда может соединиться с Ластали. А, не может соединиться с Ластали, пока его тело не конвертируется. А что произойдет, если он сольется
с ядром Эфини. Он станет новым существом с невероятной силой. Он станет новым хозяином Эфинии. На самом деле Эфиния станет самой Ламдой. А тогда что произойдет с людьми Эфинии? Если Ламда поглощает весь Элемф, то уже не будет возможно поддержать жизнь на этой планете. Так значит, наш мир умрет, прямо как и ваш. Тогда нам нужно вернуться назад как можно быстрее. Even as we speak, Lambda is doubtless in the final stages of his rebirth. Именно, даже когда мы сейчас разговариваем, Ламда, несомненно, в финальной стадии его перерождения. Let us return to the launch bay and see about getting the Daris bit attached. Давайте вернемся в запускной отсек и посмотрим, если мы сможем подсоединить этот Daris bit. Там еще скит. Софи, do you know where we are? No, I don't have any memories of this place. This is not something Protoss Haste would be familiar with. After you set off for Эфиния, Bathys Citadel was converted into a facility for the research of new weaponry that could be used against Lambda's monster spawn. I bet you have all sorts of weapons we've never seen before. Creosard tanks? Nah, that's nothing. Oh, maybe some indiscriminate planetary smackdown munitions? That sounds great. No, I'm afraid we do not use such antiquated weaponry. Antiquated? You should have noticed by now. The humanoids are our most advanced weapons. Look no further than Protoss Haste. I challenge everyone to ask themselves, what war machine could possibly compete with a humanoid that can act independently and adapt to any circumstance? The answer is obvious. Окей, задумались о гуманоидах. Так, ну ладно. Думаю, пора сохраниться. И на этом на сегодня все. Завтра продолжим. Завтра уже вернемся обратно на Эфинию, где, собственно, нам предстоит остановить Ламду. Это как минимум. Так что, надеюсь, у нас все это получится. Так что, на сегодня это все. Через час будет стрим по персоне. Нет, через час мы начнем с Анзу и потом перейдем в персону. Так что, увидимся через часик. И да, те, кто смотрит на Ютубе, предыдущей записи это не сохранилось. Канал получил страйк, поэтому записи стримов по Грейсе будут выкладываться по 15 минут. А все остальные записи других стримов, то, включая в Ксилии, будут на основном канале. Ссылка, не знаю, где-нибудь здесь поставлю. Ладно, увидимся. А ребят в чате, увидимся через час. Не уходить далеко.